Ну что ж, всем хаюшки, с вами Тамплиер, и это так себе небольшой подкастик «Почему нет видео?». Да, он записан из комнаты, потому что я могу себе это позволить, сорян за пересвет на половине лица, но мне нужно вот это вот. Сделаем вот так вот. Это штатив. Я долго думал, как вот эту вот часть приспособить для держания телефона. Я узнал, кстати, что есть очень много-много вариантов, таких по типу, как купить сюда нормальную площадку. Но я ее замерил, походил по магазинчикам, где продаются подобные площадки, и понял, что такие в городе не продаются. Это какой-то китайский штатив, который мне подарил один друг. И получилось так, что этот штатив немножечко не в тему. Плюс я в свое время хотел написать целый сценарий для Селесты, который до сих пор пишу. И еще у меня, как всегда, идеальный порядок в комнате, особенно на моем первом столе и втором. Да-да-да, кстати, вот то, да-да-да, это шелковица. Ну и, конечно же, сериальчики, все дела. Кстати, у меня классная люстра, вот она, да, это, да, вот такая люстра. У меня, кстати, сейчас, я так понимаю, меня очень классно видно, сейчас диафрагма выровняется. У меня система ниппель, то есть вот у меня получается шнур с удлиняшкой, который по полу идет. И вот тут есть гвоздик, на который это крепится. То есть вот здесь вилка к вот этой вот лампочке. И каждый раз, чтобы включить свет, мне приходится от вот сюда вешать вон туда удлинитель и вот так вот мучиться. Ну, а вообще сейчас сделаю себе ту самую импровизированную студию, в которой я изначально и снимал видосики. Да, я анимешник. Изначально вот здесь я и писал видосики, чаще всего развалившись на кровати. Блин, мне не нравятся тени такие свои, а теперь мне нравится блик на очках, да? За что я стал телеоператором? Меня сейчас половина того, что происходит в кадре, дико вымораживает просто. Еще я с работы пришел буквально только что, поэтому взмыленный. На улице нереальная жарень, плюс у меня не работает лифт, а живу я на 9 этаже, то есть это полнейший мрак. Если так посмотреть, я надеюсь, сейчас сильного пересвета с улицы не будет. Ну, как? Получается, пересвета-то особо нету, но если я навожу на свое лицо, его просто не видно, или половина лица в засвете. Ну, грубо говоря, если снимать вот так вот, то более-менее все нормально. Да. В общем, я, в принципе, выложу это на лайв-канал, это по-любому. Я думаю, таких видео скоро будет больше, и, возможно, даже появится летсплей по Pokemon Go. Да, именно так. И покемошки. Я все-таки передумал рутовать телефон. И мучиться со звуком тоже начну не прям уж скоро. В общем, сегодня ждите стримчик на основном канале ПСК. До скорого!